birds flying high, you know how I feel. Мы едем, так сказать, в саксонскую Швейцарию. Скалы Бастай возвышаются над Эльбой почти на 200 метров. Это горный район, отличная смотровая площадка, с которой удобно разглядывать весь регион под названием Саксонская Швейцария. В XIII веке люди использовали скалы в оборонительных целях и выстроили тут замок-крепость. Свою функцию он выполнял около 3 столетий, после чего его покинули, и строение стало разрушаться. Работы по его восстановлению проводили уже в XX веке. Главным аттракционом в скалах считается мост, перекинутый через 100-метровые ущелья. В 1824 году его сделали из дерева, но уже спустя 30 лет заменили дерево на песчаник. Мост имеет статус архитектурно-исторического памятника, который охраняется государством. По нему попадаешь к старой крепости. Разнообразные тропинки и мостики удачно вписаны в ландшафт. Таблички с информацией помогают понять, как и что тут было обустроено в те времена, когда все скалы в целом выполняли роль мощной крепости, и потому этот заповедник – отличное место для прогулок. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. В скалах есть еще один аттракцион. Нужно попасть монеткой в маленький грот. Я бросала несколько раз монетку. Монетка попадает, ударяется об стенку и отлетает в пропасть. А у Саши получилось, причем с первого раза. Вот его пятачок. Обратите внимание, в населенном пункте есть город-миниатюр. Ловишь себя на мысли, что находясь в горах, появляется какой-то щенячий восторг. Это чувство мы не раз испытывали, поднимаясь на Айпетли, на Тимирджи. То, что мы увидели с группы, показалось недостаточным, и заплатив по 2 евро, мы пошли по дополнительному маршруту. Да так увлеклись, что чуть не опоздали на автобус. Я уже решила, все, бежать, да еще в гору, я больше не могу. Похороните меня здесь. А Саша, стыдно опаздывать на автобус. Мы таки добежали и даже не опоздали. А эти мои бастайские муки не прошли бесследно. В дальнейшем любые горы и холмы мне были уже нипочем.